Не суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Рулегиум Онлайн, и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Симулятор Рогоносца. В этой игре мы играем за товарища, который сидит в шкафу и подглядывает за плотскими утехами своей жены, при этом попивая энергетик и доходя до определенного, скажем так, момента кульминации, назовем это так, происходит логический конец. Сейчас мы с вами эту игру немножко посмотрим. Давайте я, наверное, сразу в настройках выставлю цензуру, наверное, чтобы вы, маленькие детки, потом могли спокойно спать. Старт игры. В принципе, мы появились в шкафу. У нас в руках, в левой руке телефон, в правой руке энергетик. И, как мы понимаем, там действие происходит в самом разгаре. Слева у нас есть, как я понимаю, наши яйца рядом с линейкой. Значит, конфигурация клавиш очень простая. С помощью F мы открываем дверь. С помощью левой кнопки мыши мы пьем энергетик. Ну и 1, 2, 3, это мы можем менять и смотреть как бы нашу камеру на телефоне, тем самым меняя ракурс. В данной ситуации мы видим нашу прекрасную жену, которая со своим товарищем, наверное, не знаю, может это коллега по работе, они изучают новый план, как повысить производительность в своей фирме. В принципе, теперь мы должны с разных ракурсов за этим наблюдать и ждать, пока наши как бы яйца по линейке заполнятся на максимум. Игра, кстати, вышла совсем недавно, относительно, может, где-то месяц назад, 24 декабря, если не ошибаюсь, 2019 года, конечно же. В общем, так неинтересно смотреть, давайте будем смотреть прям из шкафа. Правой кнопочкой мыши мы приближаем, концентрируем свое внимание, так сказать, на интересное. Так, подождите, дверь нам мешает определенно. При этом все, мы можем попробовать энергетик. Смотрите, после двух глотков энергетика наши яйца начали заполняться нужной нам жидкостью, как я понимаю. Игра, на самом деле, я не знаю, для кого она была создана и кому это может понравиться. Мне кажется, в нашей жизни и так есть много рогоносцев, которым, ну, не нужно это в игры переносить. Но я просто не мог обойти эту игру. Обязательно вы должны ее посмотреть, как это вообще происходит. И, насколько я понял, здесь у нас миссии будут идти одна за одной, и мы в разных ситуациях будем. Когда из шкафа, когда из-под кровати, когда еще где-то. Отлично, отлично просто. Геймплей, функционал. Давайте, может, камеру поменяем. Причем, если даже убрать цензуру, они все равно остаются полностью одеты. То есть вы там не увидите ни голых гениталий, ничего абсолютно такого там не будет. То есть она будет также где-то в костюме, может быть тоже в штанах. И не знаю, зачем поставили. Зачем вообще это поставили эту цензуру, но, наверное, так надо. Кстати, обратите внимание, что наш герой, судя по выражению лица внизу, он, кстати, реально похож на Гарика Харламова. Я согласен с комментариями в моем любимом магазине Торренте. Говорят, что главный герой похож на Гарика Харламова. Не могу не согласиться. Смотрите, он уже удивлен, он приоткрыл свой рот как бы в предвкушении завершения процесса. Господи, что бы я еще поснимал, какое видео? Ну, кстати, озвучка такая вот, шлепки, если вы обратили внимание, люди просто постарались, когда делали эту игру. Ну, наверное, надо выпить еще пару энергетика. Ну да, вот очень вкусно. Но сколько его, если пить вот так вот бесконечно его, что-то случится. Все, у нас полный пробел, чтобы кончить. И вот так вот. Мы почему-то кончаем снегом. Я не знаю почему. Смотрите, это какие-то... О, наши яички сдулись.
это означает, что мы готовы перейти на следующий уровень. Жмите C, чтобы продолжить. Тот же шкаф, тот же медведь или заяц с нами сидит. Теперь у них просто поменялось поле. Интересно, этот мужик нас может увидеть, который... Опа, мы затаили дыхание. Попиваем энергетик, наш герой много задумчиво, скажем так, передвигает бровями. Он играет просто, он заманивает нас в эту свою игру. Меняем ракурс камеры. Боже мой, просто шикарная игра. Такое ощущение, что он трёт куклу резиновую. Я хрен его знает. Ну, по звуку. Знаете, когда так резину трёшь? Ой-ой-ой, что происходит? Она улыбается. Наверное, стонет она через нос или через уши. В общем, все, мне эта игра достала. Не хочу больше в нее играть. Я думаю, вы поняли смысл, то, что... Что в наше время только не делают, какие игры только не делают. То есть симулятор камня — это далеко не предел. Вот теперь можно быть рогоносцем, смотреть, как пялят твою жену, и при этом пить энергетики, ну и периодически смотреть на эти красивые картины. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. И всем до скорых встреч, всем пока.